Принцесса сегодня выйдет. Он в текстурах стоял, если чё.
Я стою джеблю, над ним он встает делать свой джеб. У кого же джеб быстрее? Кевин показал весь искусственный интеллект, который есть в игре. В его лице весь искусственный интеллект. Ну, либо что-то еще. Что говорить не хочу. Хотел их заделать. Живой. Вы обнаглели? Стоп анимация.
понятно. Короче, если убиваешь Галси до вот этой байкерши коричневой, то появляется 3 зеленых. Тут должен быть таймсейв. Здесь он должен быть, он обязан тут быть. Там же слился. Не все сразу же. Думаешь, у меня все начало получаться? Я уже 5 месяц уже в эту игру играю, поэтому не все сразу.
Теперь меня один HP-шный Донован будет останавливать, да? Угу. Топор плохой, да? Естественно. Вы меня задолбали, а? Вот эти вот кикбоксеры вот в этой области. Как они меня бесят, боже мой. Очень плохо. Очень плохо. Причем нету стопроцентной стратки. Ну нету. Должен быть таймсейв. Ну, он должен тут быть. Ну, гребаных гор ошибся. При идеальном раскладе. Как? Хорош. Самое сложное позади. В этом стейдже. Yeah.
Решил потренить через выбор этапа, до копов добрался, но все равно последняя панкуша меня убила. Ну, если есть прогресс, то это же хорошо, правильно? Поэтому не останавливайся. Если есть интерес, то это, развивайся. Каратист, ты будешь рывок свой гребаный делать? Спасибо. Плохо, пипец как плохо. Сорок секунд потерял. Ой, зря. Ну, естественно. Как ты проскочил? И в среднем прошел так же, как в прошлый раз. Прекрасно. Потому что лид сейчас был... Ну, пойдет. Ну, так идеально стоит. Бегать за этой гребаной жизнью, за этой курицей. Ужасно.
почему я вчера бегал 9 стейдж, я 4-5, 4-10, 4 просто 4 прибегал. Сейчас я прибегаю, 4-15, 4-20. Ну, отлично же. Просто отлично. Хороший старт. Эй, Тиаго. Welcome. Welcome. Ну еще есть шанс. Если я сделаю две голды подряд, то есть шанс. Шел курочек, забил Стеллу, даже не сдох. О, красавчик. Красавчик. Я говорю, есть прогресс. Если есть желание, есть возможность, то и будет прогресс. Мне нужны вот эти левелы, просто голда. Мне нужны две голды. Thank you.
Хороший старт. Ошибка. Хорошая звездочка, очень хорошая. Не то хотел сделать, ну ладно. Так, новая стратка, но она не совсем новая. Ладно, не все хорошо получается, ну ладно. Раз, два, три, четыре. Есть. Съели? А? Я готовился. Выжил один, да? Не страшно. Ну правильно, ладно. Пожалуйста. Сюда, 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 идите. Ладно, сойдет. Угу. Можно не хилиться, в принципе. Похрен. Фак. Ладно. Помню, как днями убивался, ничего не получалось. Теперь мне легче, я готов к челленджу, хотя давно не играл. Сапчик. Так, пацаны. Потенциальный VR. Мне нужно 6 минут. 6-10 это максимум. Если больше, это не VR. 6-10 нужно. Так, я чат не смотрю, так что вы не серчайте. Тоже думаю, люди понимающие. Let's go. Не попал.
Ребята! Да ну! О боже мой! Да ну! Не может быть! Это вы! Бадмун, thank you for the G. Ой, Бодрито, thank you. О, боже мой. Это то время, которое я хотел. Я хотел 45-30 сделать, вы понимаете. Я хотел именно 45-30. Light Prince, thank you. Махмед, thank you for DD. Thank you everyone, appreciate that. Спасибо, пацаны, кто смотрел, кто в меня верил. Это не может быть правдой. Я сейчас сижу. Вот у меня такое ощущение было, когда я делал 46. Я там капец как охреневал. Вот я поставил себе установку 44. Ну, конечно, обязательно. Но я думаю сейчас это... Я сегодня-завтра подумаю... Да ну нахрен! Да ну! Махмед, thank you for subscribe. Thank you so much, I appreciate that. У меня первая подписка платная. Yeah, Бадмун. That's true. Боже мой. 44? Это выполнимо, но там еще больше рестартов будет. Я думаю, надо будет ранг пересмотреть, где ошибки. Ну, соответственно, 9. Ну, смотри, 44 получится, если 9 будет хотя бы там, ну, нормальный такой, да? И что еще где? Ну и первые. Первые. No, I think I'm later do 44. Не говори. Просто все вот это вот полезло через меня. Yeah, Махмед, that's true. But not so long. Where's Paul Knives? Where is? Ну, кстати, у Пола, я посмотрел его стримы, но у него, конечно, он опытный игрок, но он немного не в форме в The Blaze, но ему ничего не стоит в нее прийти обратно, я думаю. Вот. Ну, я имею в виду, сравниваю со мной. Я, конечно, не выделываюсь, да? Но я могу выделываться, теперь у меня VR. Вил сказал, что должен увидеть 40 за черри. Но я могу ему только удачи пожелать, потому что 40 за черри... Это... Ну, это что-то невероятное. Curse of many resets. And bad random. Это произошло на 7-м часу стрима. У меня сейчас 3:30 ночи. 7 часов, плюс после предыдущего рекорда где-то 3 недели прошло. Общее мое время это примерно около 5 месяцев я шел к VR. 5 месяцев. 5 месяцев. Я изначально думал, ну месяцев 7, месяцев 8, а я за 5 сделал.
Скажи им про челлендж без спешла, может быть. Я попытаюсь, но я не уверен. Честно, это вот как Бронинг сказал, это кто-то может это понять как ненужная дрочка. Конечно, нормально, для VR это вообще нормально. То есть я думал, через полгода возьму VR такой. Во, полгода буду сидеть, мучиться. Ну, после того, как я сделал 46, я думаю, полгода сейчас буду гриндить этот гребаный VR.